Всем бонжур. Да, это снова видео про педали. С тех пор мне завезли еще парочку ништяков, и я обязательно должен рассказать, что с ними можно сделать. Начнем с большой хреновины. Это дилей. По-русски это задержка. Темп задержки можно настраивать второй кнопкой в нужный ритм. Очень удобно. Это хорус. Делает романтичный звук, водянистый звук, летающий звук. Но вы поняли. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. То же самое, что и R2, задает характер всему гитарному звуку. В педалборд не влезает, поэтому будет как студийная штучка. Звучит круто. Теперь у меня есть педали почти на все случаи жизни. Педалборд принял законченный вид, но это совсем не точно.